Так, 23 августа 2021 года, Харьков. Состоялась церемония поднятия флага на самый высокий флагшток в Украине, в Европе, 101 метр. Это, ребята, нужно видеть. Как бы я представлял, что 101 метр это сколько, больше 3 девятиэтажек. Но все-таки это очень высоко. Для того, чтобы вы понимали, ну, харьковчане, в частности, Покровский собор, Благовещенский собор 80 метров, Успенский собор 89 метров, Гаспром 63, по-моему. Ну, то есть это несопоставимые высоты. Даже 25-этажки наши, они 90 с копейками метров. Вот, для примера, Успенский собор. И Благовещенский. Давай я, наверное, вот так сделаю. В Благовещенском 80, в Успенском. О, смотри, как хорошо. Да, масштаб, представляете? Сейчас я еще туда, к УЗПИ поднимусь. О, ты красавец, какой сегодня день прапора Украины, день флага. Ты посмотри, какая красота. Красота. Слушай, я сейчас